сверху все видно. Итак, сейчас круг ходит. Спортсменка под номером 157, Эвелин Шлаг, спортсменка из Германской Демократической Республики, очень сильная молодая метательница. Весомая заявка на олимпийскую медаль у спортсменки из Германской Демократической Республики. Новый олимпийский рекорд. Сейчас. Пятая попытка Фаины Мельник. Заставили ее понервничать арбитры. Ну, она взяла в руки обычный стандартный диск, вошла в круг. Нет, все-таки понадобилось арбитру поднять красный флажок. Ну, вы этого не видели, когда это был бег на 400 метров. Поднять красный флажок, объявить, что попытка не засчитана. Очень неэтично поступили судьи. Потом все-таки вмешались.